Всем здравствуйте, всем доброго позднего вечера. Попробуем сегодня таки добить Супер Метроид. Осталось вроде как немного, поэтому поехали. Нечего тянуть долго сейчас туда-сюда. Не факт, что получится еще быстро пройти. Все работает, поехали. Что ж, сейф на месте, все хорошо. Так, у нас осталась вроде как последняя локация, Туриан, и все на этом. Единственное, конечно, у меня сомнение насчет того, что ракет очень немного, 125 всего-то. Вполне возможно, что этого даже и не хватит на последнюю локацию, на битву с последним боссом. Ладно. Короче говоря, если точно не хватит, в таком случае я буду искать и фармить, ибо ни хрена больше не остается. Да, то есть ракеты я нашел меньше половины тайников. Это не просто мало, это очень мало. Все, я правильно иду, теперь мне направо после этого всего. Ну-ка. А нет ли тут чего интересного? Где лифт, кстати, тоже можно так взглянуть на всякий случай. А, нет, тут точно ничего нет. У меня очень маловероятно. Ладно. Ладно, все, поехали в Туриан. Все, вот они, боссы. Всех убили. Призрака, который тоже как бы считается боссом, и Крайда, и вот эту вот летающую фигню под именем Ридли. Всех завалили. Все. Как мы видим, пути тоже нет. А, теперь есть. Все, лифт. Поехали. Я вообще-то сойти с лифта хотел. Как так получилось, интересно? Да, кстати, всем спасибо, кто смотрел прошлый стрим. Активность в чате была нулевая, но зато зрителей было от 3 до 6. Это прям очень хорошо. Спасибо. Блин. Да ладно, хватит. Что-то со мной сегодня не так, да?
даже начинаем отсюда, в случае чего. Если вдруг ракет не хватит, я знаю, где искать. Будем пополнять боезапас. Отличное начало уже. Так. Знаю, что их надо мочить ракетами. Ага, их в любом случае надо мочить. Вот оно в чем дело. Не все так просто. Я думал, пробежал и все. Так, что с тобой делать-то? Чтоб ты отстал от меня. Типа все? Не, я не понял, как с ним это. Типа все вот так вот, да? Я ничего не могу сделать? Отлично. Нормальный заход такой сразу, 400 хп, как и не было. Ладно, с них хотя бы арсенал такой приличный. Да, таких-то хитро выдуманных тут быстро подкалывают, как я смотрю. Ладно, половину здоровья хотя бы вернули. Уже неплохо. Отлично. Так. Да, да, мы знаем, что это. Все поедено. Тут нас ждет сюжетный поворот. Да, здоровенный метроид переросток. Да, от него не спрячешься.
Все, он нам оставляет одну единицу энергии, правда, у нас есть запасная. Ну так а стоп, нам наш мелкий парниша, которого мы освободили в конце второй части, которого приехали, ну, вроде как спасать. Да, узнал нас, типа. Не-не-не-не, хватит меня это кушать. Плохой мальчик. Не надо так больше делать. Так, тут у нас пополнялка и оружие, и здоровье. А оружие практически не было израсходовано. А здоровье еще как надо восполнить. Так, естественно, я схожу за ракетами еще разок. Так, тут сохраняемся. Ну, надеюсь, эти 5 ракет ничего не решат. У меня есть еще супер ракета. Супер бомба тоже вряд ли что-то решат. Ну все, поехали. Я так понимаю, финальная комната. Да. Да, до хрена нам сюда требуется. О, щит! Уже 73 ракеты, понимаете? Ладно, тут же дроп можно с врагов делать, или нет? Все. Мозгам хана. Или... Нет, конечно же нет. У вас не свежее дыхание, товарищ. Не будем испытывать судьбу, узнавать, сколько она отнимает. А, это бомба, да? Не так уж и много. Единственное, если у меня оружия не хватит, что я буду с этим делать? По-моему, по барабану. Да. Ну, лучом я буду долго добивать. Нет, надо заряжать. Атаки. О!
Естественно, я знаю о сюжетных поворотах, это для меня не секрет. Я смотрел ретро-кладовку. Да, и тут полетает наш малыш и устраивает армагеддец. Но не нам. Вот так вот, пошел против системы. И да, возвращает он часть энергии нам. Но мозги не настолько просты, как казалось. Мозги подкачались в последней встрече с обычным Метроидом. Все. Малыша убили, но у нас есть супер луч теперь. Вообще он на автомате даже стреляет. И тебе хана, ты понимаешь это? Все, сейчас тебе будет хана. Уже все, уже перегрев на лицо. Разложение. Так. 3 минуты. За 3 минуты надо успеть сбежать отсюда. Да тихо. Не хочется гейм-овер словить тут, понимаешь. Так, ну вообще наверх, что ли? Скорее сюда. Да, я знаю, что есть космический прыжок, но он сейчас в нужный момент хрен заработает. Ой-ой. Блин, тут космический прыжок тоже не поможет. Да бляха. Ох, ненависть. Так, все, почти на поверхности. Куда бежать? Единственное, конечно, зверушек бы надо спасти. Но я, блин, хрен знает где они.
простите, милые. Будем считать, что я вас спас. Было бы времени побольше, конечно, я бы поискал. Все, планету взорвали нахрен. Не просто базу, а всю планету. Все, операция была успешно завершена. Время 7 часов 44 минуты. Нифигово, ну для Ферстрана пойдет. Ну что же, титры, а тем временем мои выводы по игре. Что можно сказать, игра, естественно, хорошая. Не зря она входит в различные топы. Конечно, да, были у меня претензии, когда на прошлом стриме дело дошло до этого, потому что там действительно секция прям... Простите, я все еще болею. Ну, чуть-чуть мокрота отходит. Так вот, секция, конечно, там были очень своеобразные. Очень своеобразные... Да, и опять же, битва с Ридли. Там то ли мне чуть-чуть здоровья не хватало, то ли ракет, я не знаю. Ну вот, замочил таки. А так было, по-моему, 6 смертей на прошлом стриме. Ну, плюс, да, не везде понятно там с тактиками, что делать, это и прочее-прочее, опять же, с двумя этими там чуваками, которые ракеты отбивают, было мало здоровья, чтобы понять все это. Но, тем не менее, все вполне добротно, все очень даже добротно, атмосферно, приятно играть, вот так. Я, конечно, посмотрю потом, 100% прохождение, благо есть, этого добра хватает. И узнаем, что там где пряталось. Понятно, что некоторые секреты я мог взять и сам, но уже, честно говоря, просто это все было влом несколько. Так, все, достаточно быстро прошел последнюю секцию с одной попытки. Ну, практически без проблем, так. Легенькая проблемка была, ну, хотелось хитрить, но игра сама надо мной схитрила, так что такие дела. Вот и все, что можно сказать. Отличная игра, отличная. Надо будет самому как-нибудь еще офлайн поиграть. Ну или может пройти. Короче, все замечательно. Супер Нинтендо постарались, скажем так. Уж явный прогресс по сравнению с первым Метроидом и со вторым. Вот так вот. Так что, в любом случае, в такую играть рекомендую. Да, есть некоторые моменты, но может быть действительно я там тупил, поэтому у меня пока нет особых претензий, это все-таки мелочи, мелочи. Вот. Так, стрим на этом, я думаю, не заканчивается, сейчас будет небольшой перерывчик, и, наверное, я сейчас попробую поиграть в Накодзиму Сатору 2, начнем уже сегодня. Хотя бы первый уровень пройду, без всяких там карт, пометок и так далее. Вот и все. Да, нам показывают Самус, ну так как я прошел за 7 с лишним часов, то нам просто, да, в открытом шлеме. Ну, хоть лайкосик ставит мне, спасибо, и на этом. Вот так. Да, еще несколько, пожалуйста, сохранений можно тут делать, что тоже очень круто. 66%, ну логично, из этого я половину ракет не собрал. Поэтому все ожидаемо вполне. Вот так вот. 2/3 собранного материала. Ну, плюс еще там 5-6 бонусов я встречал, но мог бы взять, но не взял. Вот так. Все получается. Я вот все жму. Ничего не дается. Ну и ладненько. Значит, соответственно, последние два стрима надо будет на монтаже склеить. Все, сейчас небольшой перерыв. 22:45 по московскому времени. 22:50 продолжим. Будем накодзимить. Все. До новых встреч. Скоро увидимся.